Это основной радиатор на Volkswagen Golf 2. Сейчас хочу фирму показать. Так, это фирма Valeo. Далее необходимо показать, как соединяются трубки сюда. Вот первая трубка. Так, вот вторая трубка здесь. Раз, два, это крепление для диффузора. А здесь с этой стороны устанавливается датчик. Хорошо, теперь сам радиатор и его сопло.